Нефть – это такой живой организм. Это вот девушка такая относительно молодая и симпатичная. Капризная и очень сложная. Нефть – это новое зерно? Это хлеб. На самом деле это хлеб. А нефть – это наше все. Про нефть сейчас стали чаще вспоминать. Сейчас это та же самая валюта, только жидкая. То есть она нужна всем. Нефть – это золото. А нефть – это кровь войны. Нефть – это вызов. Нефть – это наша судьба.